year 48 BC, Rome dominated the world. And one man dominated Rome, Julius Caesar. By occupying Egypt, Caesar established a mighty triangle of power. Rome, Zeugma, and Alexandria. 20 years earlier, the Roman Empire had trembled before the rebel Spartacus, but his rebellion had been crushed, and even the name of Spartacus seemed forgotten. Now Caesar was faced with an enemy even more dangerous than Spartacus, an enemy from within, the Roman governor in Zeugma, Crassus, the man who had crucified Spartacus and thus extinguished hope in the hearts of the enslaved. In Alexandria, where our story begins, the seed of Spartacus was not dead. It would flower again, and again the great rebel sword would glitter in the desert sun. Давайте прекратим погоню. Они уже не смогут нам навредить. Добрые всадники. Умение держаться в седле у египтян не отнять. Да. Большое подспорье тем, кто обращается в бегство. Рандус, взгляни. С приспешниками Помпея Египет завоеван, победа за Цезарем. И за тобой, хозяин. Поехали. Поехали, не то к ужину не поспеем. Одним врагом меньше, хозяин. Зрелище не из приятных. Под крестом все же лучше, чем на кресте. В войне против Спартака я стольких пригвоздил, что до сих пор тошно. Поехали. До лагеря еще далеко. Убей меня, римлянин. Убей. Консульский указ не позволяет облегчать муки приговоренных. Зачем ты это сделал, хозяин? Это может стоить тебе титула и свободы. Все земли от Рейна до Нила теперь принадлежат Риму. Скучаешь по своей земле? У побежденных нет земли, хозяин. Я не затем тебя выкупил у германцев, чтобы ты величал меня хозяин. Ты свободный человек, Берос, и лучший наш следопыт. Покажи свое искусство. Выследи кухню, где нас накормят. Если есть еда, я ее найду. Клеопатра мстит с помощью Рима. Сколько ее врагов еще окажется в оковах? Да, немало. В
Прости, Рандус, Цезарь требует тебя в свой шатер. Хорошо, Тулей. Чего хочет от тебя Цезарь? Это ведомо только ему. Весной мы сможем уйти из Египта, мой Цезарь. Оставим там гарнизон, два региона, и еще один будет охранять дельту Нила. Думаешь, этого хватит? Ведь главные мои враги в Риме. Никакие милости не подвигнут их на то, на что подвигнет страх. Обо мне уже говорят, как о новом тиране. Твой голос всех заставит умолкнуть. Рим не любит Цезаря. Не Рим, а те, кто в ничтожестве своем не постигает его величия. Рандус. Подойди. Нынче твой день. Я исполнил твой приказ. И как нельзя лучше, Рандус. После гибели Марка Литония он возглавил мою конницу и остановил врага в долине силой одной когорты. Славный был бой. Ты заслужил титул Центуриона. Спасибо, Цезарь. Ну а ты, старый стручок, так и отказываешься стать во главе декурии. Мне хватит должности твоего солдата, Цезарь. Кольчуга полководца тяжела для меня, особенно в пустыне. Стареешь, 20 лет назад ты не такой бы вес выдержал. Зато года роднят меня с моим Цезарем. Для меня нет лучшей награды, чем слава твоих побед. Может, хоть серебро не потянет тебя к земле? Держи. Выпей за мое здоровье, соратник. Только с пьяну не подтягивай легионерам, которые поют гимны против Цезаря. Пойдем, Рандус. Закончили египетскую кампанию, и теперь борьба фаций может вновь разгореться в Риме и привести к гражданской войне. Да, Цезарь. Хочу тебе поручить опасное дело, Рандус. Цезарь сказал, иди, и я иду. Тогда слушай. Помпей нам более не опасен, но Крас безраздельно правит восточными областями. Его слово до сих пор имеет вес в Сенате. Чем я больше буду знать о его намерениях, тем лучше. По мне, повелитель, одна голова стоит двух сенатских. Такие слова при дворе Краса будут стоить тебе головы, мой мальчик. А мне надо, чтобы ты сохранил и глаза, и уши. Возьми с собой двух верных людей и на рассвете отправляйся. Будешь моим послом доброй воли и найдешь средства извещать меня обо всем, что творится в зале. Будет исполнено. Войско возвращается из похода, и Нил теперь запружен. Лучше добраться до Александрии морем. Путь твой долг и труден. А доберешься живым, тебе будет еще труднее. Поговаривает, Крас решил объединиться против меня с парфянским царем Фернаком. Я должен знать как можно более об истинных его намерениях. В этом походе ты рискуешь сложить голову, а я потерять друга. Жизнь моя принадлежит тебе, Цезарь. Если так, постарайся ее сохранить. Откуда у тебя этот странный амулет? Не знаю. Я ношу его с детства. Едва ли этот символ можно с чем-нибудь спутать. Ты из Фракии. Я видел такой же, когда сражался против Спартака. У тебя отменная память. Не все на свете можно забыть. Он зарубил моего коня, едва не снес мне голову, а на груди у него был такой же амулет. Однако он ему не помог. Мы победили, а он окончил свою жизнь на кресте. Он был славным воином. Ты не рожден центурионом, оттого не можешь этого знать. Спартак усвоил нехитрую военную науку и разгадал наши планы. Он бы овладел Римом, да народ за ним не пошел. Прощай, Рандус, удачи тебе. И помни, благодарность Цезаря столь же крепка, как его память. Знаешь, Верулей, тайну улыбки сфинкса? Ее никто не знает, мой Цезарь. От того, что не желает знать. Сфинкс смеется над людьми, Верулей. Над песчинками, подхваченными ветром жестокого рока.
В другой раз будешь знать, грязная рабыня. Я с тебя шкуру спущу. Что у вас тут? Стой! Она пыталась бежать. Довольно. Рандус. Венций. Не ожидал тебя увидеть в Египте. А я ожидал. Эхо твоей славы достигло Рима. Говорят, ты получил титул? Что за шум, Венций? Центурион избавил рабыню от порки. Это Клодия, моя сестра. Она едет вместе со мной. Взял. Привет тебе, Клодия. Рандус пользуется большой милостью Цезаря. Постой. Как тебя зовут? Саида, держи, заплатишь торговцу, остальное возьми себе. Я покупаю эту рабыню. Ну вот, больше тебе нечего бояться. Да и центурионам не придется более обнажать меч в твою честь. Пора отплывать. Ступай за нами. Лумон, это кто такие? Его имя Венций. Этот гордый патриций своей удачи обязан сестре, что живет при дворе Краса. Впрочем, лучший метатель копья мне, пожалуй, не встречался. Однажды в Галлии я видел, как он раскроил череп врагу, метнул копье с другого берега Денны. Знатный у нас будет вояж. Отменный удар. Как видно, мышцы твои не обмякли на мирных хлебах. Напротив, мирная жизнь позволяет тренироваться каждый день. Попробуешь? Нет, центурион не имеет права рисковать своей репутацией. А твоя, судя по всему, весьма высока, и как воин, и как миротворца. Не зря же Цезарь посылает тебя к Красу. Не стану спорить. Того, гляди, судно мне разобьет. Не печалься, Крас себе новое купит. Дай напиться. Зелье есть рабыни покрасивее этой. Или тебя, как твоего повелителя, прельщают только египтянки? Поговаривают, что Цезарь не остался равнодушен к прелестям царицы Клеопатры. Ни одна женщина, даже царица, не может соперничать с римской патрицианкой. Поверь, Клодия. А ты надолго взял? Нет, не думаю. Всего лишь поклонюсь консулу и передам ему известие от моего повелителя. Красы они будут как нельзя кстати. Когда Цезарь вновь возглавит римские регионы, Крас изъявит желание стать с ним бок о бок, как в старые добрые времена. Не сомневаюсь. Если соединить золото Краса и железо Цезаря, это будет несокрушимая сила. Мечи куются на золото. Цезарь достаточно умен, чтобы этого не понимать. Все имеет свою цену, даже твои копья. Что ты хотел это сказать, Рандус? Только то, что сказал. И уж никак не хотел тебя обидеть. Ведь я тебя отлично понял. Разумнее быть на стороне сильных. Это очень помогает в жизни, уверяю тебя. Мудрость Минервы в устах Венеры. Маме, сколько продлится наш путь? Если не пойдет туман у побережья, завтра на рассвете войдем в порт. Но если мачта не обвалится... Проклятие. На целую пять вошло. Теперь Геракл не выдернет его оттуда. О, боги Олимпа, помогите вытащить копья и не разрушить мачту. Чему обременять богов? Берос, подай меч. Отменно, Рандус. В море. Бросайте их в море. Что такое? Старик умер на веслах, а этот взбунтовался, когда мы убрали тело. Но он еще жив. Да, но скоро сдохнет. Рано смертельно. Поскорее, не могу видеть крови. Давай, выбрасывай. Давай, давай. Бросайте их в море. А после вымыть палубу. Скорее. Рандус, у тебя кровь на тунике. Какой ужас. Глубина 3 локтя. Бондарочоло.
Дно каменистое. Ничего не видно. Глубина 4 локтя. А с той стороны ничего не видишь? Вперед помалу. Глубина 6 локтей. Ну, туман. 20 лет славы и ни разу такого тумана не видел. Над Стиксом, по которому мертвых сплавляют, и то, наверное, светлее. Суберос, вспомнил родные края? В наших лесах другой туман. Этот не по душе мне. А мне как не по душе. Зелье, берег, скалистый. Не заметим, как на дно пойдем. Не каркай. Мне еще надо в Рим вернуться. А верхом на китах я ездить не привык. И ты хоть не ворчат, как ты. Ясно? Глубина 6 локтей. Течение усиливается. Я видел тебя в долине пирамид. Что молчишь? Язык проглотила? Я же помню, как ты назвала свое имя. Там, в порту. Ну как к тебе отнеслась благородная Клодия? Как римлянка может относиться к рабыне? Как рабыня? Не все римлянки похожи на нее. Есть лучше, а есть и хуже. Тебе еще повезло. Поверь мне. Мне уже все равно. Мой дом разрушили твои солдаты. Моего отца, мою мать. Зарубили, как скотину. А они лишь в том повинны, что хотели защитить свою землю, ту, на которой родились. Ты ведь не спрашиваешь у камня, у бездушного камня, счастлив ли он. Для чего же тебе знать, как со мной обращаться? Я воин, а не палач. Однако, не мне менять порядок вещей. Есть хозяева и есть рабы, так же, как есть красавицы и дурнушки. Мудрецы и невежды. Такой порядок по душе хозяевам, а не рабам. Глубина меньше 3 локтей. Рифы, капитан. Идем прямо на них. Рифы. Рандус. Рандус. Саида. Помоги. Помоги. Смотри, корабль уходит. Саида, слава богам, мы спасены. Ты своей жизни не пожалел, чтобы спасти мою. Не бросать же тебя на волю волн. Идти сможешь? Могу. Тогда пойдем, а то солнце скоро поднимется. Вставай. Как думаешь, они спаслись? Если туман рассеялся, может, и спаслись. Как же мы пойдем через пустыню без воды и пищи? Положись на удачу. Через пустыню идут караваны. Пойдем.
Sono guerrieri licci, signore. Il deserto non conosce predoni più sanguinari e spietati. Anche la licia è soggetta a Crassum. Non temere. Prendeteli! Заковать в цепи. Отпустите. Отпустите меня, проклятые дикари. Прикажи своим псам отпустить меня. Они то поплатятся головой. Я римский центурион, еду с поручением ко двору Краса. Молчи, скотина. Будешь вести себя тихо, продам тебя за 8 золотых. И, может, поживешь год-другой в цепях. Но учти, довольно Мурдоку сказать слово, и тебя растерзают, как падаль в этих песках. Во славу Краса. Связать его. Вместе с остальными. Быстро. Шагай. Дубина. Решил всех нас погубить. Кто ноги не передвигает, сечь беспощадно. Вперед шагай. Быстрей. Дайте им напиться и в путь. Воды. Дайте воды, собаки. Мне. Мне. Пожалуйста, мне отцепись. Отстань. Мне. Береги силы, пока они есть. И затверди первое правило. Кнут ликийцев только гладит шкуру, а руки Гулара могут ее содрать. Стой, Гулар. Между собой зачем воевать? Судьба чужестранца не легче нашей. Стой! Разойдись! Давай! По местам, свиньи! Не то прибью. А это что? Там, куда ты отправишься, тебя никакой амулет не спасет. А я на него куплю кружек 6 сидра. Я сушу их одну за другой за здоровье Цезарева посла. Путь!
Довольно отдыха. Погоняй их. Погоняй. Прости меня, чужестранец, прости безумного Гулара. У меня в голове помутилось. Прости. Гулар был великим гладиатором, а теперь на всех озлобился и в каждом видит врага. Отныне я повинуюсь тебе во всем. Я понял, кто ты. По твоему амулету понял. Я уже видел этот амулет на груди младенца. Женщина, давшая ему жизнь, звалась Варинией и была женой Спартака. Ребенок едва не задохнулся под тяжестью бляхи. Я римлянин, а не раб. Я знаю, что говорю. Молчать, падаль! Сильнее, Бакси. Еще немного, и мы на свободе. Зачем тебе в Зеву? Пойдем с нами. Там за горами лежит в руинах город Солнца. Тебя там ждут, повелитель. Если хочешь, я укажу тебе могилу твоего отца. О чем ты говоришь? Опять в голове помутилось? Со мной можешь не рукавить. Мне знакомо твое имя. Я давно мечтаю выкрикнуть его на весь свет. Придет день, и ты завершишь дело отца, как нам было обещано. Тише, кто-то идет. Где эта девчонка? Здесь она. Нет, нет, отпустите меня. Отпустите. 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 Ждите меня здесь. Волею богов, никто больше не погладит кнутом твою шкуру. Говорил я тебе, что я римский центурион. Сейчас я это докажу. Ко мне, друзья. Человек из моря добыл нам свободу. Теперь он наш вождь. Держи, повелитель. Вот твой амулет. Запасайтесь пищей и водой. И в путь. Вдоль по реке, за Лубаром, стоит город Солнца. Там наша свобода. А помни, друг, если знаешь дорогу на Зелу, укажи мне. Рандус! Рандус!
Наконец-то объявился. Говорят, ты даже в пустыне умудрился повоевать. Слава богам, Нептун даровал тебе жизнь, а меня избавил от необходимости проливать слезы. Я думал, тебя нет в живых. Никто больше не увидит Гулара в цепях. Помни, Рандус, твой народ ждет тебя. Услышь зов своей крови. Тебе посчастливилось не попасть в зубы китам и муранам. Они бы от тебя один скелет оставили. Стало быть, не было у тебя иного средства добыть себе свободу, кроме твоего меча? Имя Цезаря не подействовало на твоих воинов, благородный Крас. Ну, мои ликийцы народ темный, но храбрый и верный. Мне жаль, что тебя постигло такое несчастье. Однако могу заверить, что имя Цезаря — это ключ, который откроет любую дверь в Зелле и повсюду в моих владениях. Вырваться из морской пучины и тут же попасть под плети и цепи. Ты пережил поистине волнующее приключение. Куда ему до воинов Зарока? Ты видел? Довольно одного легионера, чтобы уложить на повал твоих лучших воинов. Да ты у нас просто бог войны, Рандус. Или ты убьешь, или тебя. Верно сказано. Убивай, чтобы не быть убитым. Вот первый закон войны и политики. Но раб, взявший в руки меч, даже если он оказался вовлечен в эту неприятную историю воли случая, жить не должен. Ту горстку рабов убейте. Зарок об этом позаботится. Никто из них не доживет до восхода. Никто, кроме Саиды. Она моя рабыня, я за нее заплатила и никому ее не отдам. Раз уж она уцелела благодаря Рандусу. Ее я помилую, Клодия. А других нет. Они мятежники, и нельзя допустить, чтобы кто-то из них был живым свидетелем урона, нанесенного моего имени и моей власти. Ты убьешь их за то, что они мне помогли? Что тут странного? Они помогли мятежнику, а не римлянину. Я устала слушать ваши мудрствования. Давайте лучше займемся гостем. Всем известное величие Краса должно озарить его дворец. Клодия права. Мы сделаем все, чтобы твое пребывание в Зелле было приятным. А теперь поговорим о новых порядках, которые Цезарь установил в Египте. Ведь мы опять соседи, как прежде, когда наши дворцы стояли бок о бок на Тибре. Ломон, уверяю тебе нашего гостя, покажи ему дворец. Идем, Клодия. Пошли, Рандус. А ты чего ждешь, Зарок? Выполняй приказание Краса. Слышал легенду про царя Медеса. Так вот, Крас его переплюнул. Он не превращает в золото все, чего коснется, зато умеет выжимать золото из всего, на что упадет его взгляд, и в средствах не стесняется. Торгует целыми селениями, как будто все вокруг его рабы. Даже Цезарь не ведает, как богат и опасен Крас. Я видел, как отовсюду стекается в эти стены золото. Что еще ты видел? Крепостные укрепления вдоль реки. Кузнецов день и ночь поющих баллисты. Интересно, кого он собрался штурмовать? Он утроил число ликийских стражников. И все властители этих краев едят из его кормушки. Он снабжает оружием и золотом Фарнака и наполняет свои сундуки драгоценными камнями. А в римскую казну? Ничего. Здесь один закон и одна власть. Крас. И у этой власти далеко идущий план. Надо бы узнать о них побольше. Попробуем выведать у рабов. Но это они рта не раскроют, ибо знают, что им будет за измену. Будь начеку, Рандус. Довольно одного неверного шага. Здесь легче легкого попасть в бассейн с водой по горло,
которые затопляют с каждым приливом. Крики несчастных слышны на весь дворец, уснуть невозможно. То ли сон у Краса непробудный, то ли ему нравится эта музыка. Там, в пустыне, я слышал странное название. Город солнца. Выдумки. Мечты отчаявшихся. Все рабы наперебой твердят о городе, где беглым дают пристанище. Но я думаю, все это досужий вымысел. Хорошо бы проверить. Если он есть, то обитатели его нам помогут. На службе Цезарю все средства хороши. Должно быть здесь. Вон те развалины и есть город солнца. Зачем тебе это, хозяин? Чтобы открыть истину. То, что написано, сбылось. Меч Спартака в руках его сына. Я гладиатор Гулар. Девять лун бился плечом к плечу со Спартаком. Все вы меня знаете. Разве Гулар когда-нибудь вас обманывал? Кто столько раз смотрел в лицо смерти, тот не станет лгать. Я один из 6000 избежал креста.
Великий Спартак, что нынче покоится под черной плитой, надел этот знак на шею Франдуса, рожденного в Аринии перед последней битвой. Ты тот, кого мы ждали. Ты вождь рабов, наша надежда и наша месть. Ты веришь в то, что говоришь? Как в то, что я жив? Ты все можешь, сын Спартака, наша жизнь в твоих руках. Ты можешь выдать нас Красу, тому, кто распял твоего отца, а можешь постоять за нас. Выбор за тобой. Слушай зов своей крови и решайся. Ты можешь отречься от истины и отнять у нас последнюю надежду. Но если ты скажешь нам слово, одно только слово «свобода», и мертвые восстанут из могил. Оставьте меня одного. Ты убийца, Крас. Настанет день, и ты заплатишь за все свои зверства. И все мы будем отмщены. Слышишь, как они вопят? Точно свиней режут. Убийца. Звери. Убийцы. Убийцы. Звери. Скорей! Скорей! Ко мне! На помощь! Чума на вас. Умрите, кровопийцы, палачи, будьте прокляты. Сюда, на помощь. Скорее. На помощь. Развяжи меня скорее. Я помогу тебе. Я знаю, кто ты. Ты сын Спартака. Привяжите их к столбам. Прыгай в воду, быстрее. Пришел твой черед, несчастный, и всех вас постигнет эта кара. Скорее, спасайтесь. Бегите в город солнца. Не мешкайте, скорее. Скорее за мной. На помощь! На помощь! На помощь! Что творится? Стража! Клодия, ты зачем здесь? Бейте тревогу! Собирайте стражу! Я вышел на шум из моих покоев. Квеции, что случилось? Пойду погляжу. Крики доносятся с площади, где собрались рабы. А где же дворцовая стража? Узнайте, наконец, что стряслось. Кто-то открыл дамбу, освободил пленников и перебил стражу. У столбов много моих людей полегло. Смотрите, они оставили знак на двери. Thank you.
Работай, скотина! Мужайся. Спартак воскрес. Он вновь с нами. Мужайся. Довольно. Отходим. 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 Спартак выступил вновь. Скоро будем свободны, дети мои. Вся область в волнении. Народ бунтует, не желает платить дань. В войске Краса много убитых. Он думает ужесточить власть. Все обойдется, надеюсь? Неужели опять все разговоры будут только о войне? На Олимпе войн не бывает. Не страшись, Клодия, твой покой никто не потревожит. Спускайтесь на землю, скорее! Мы их перебили! Победа! Вот уже больше месяца он баламутит народ. Крас в большой тревоге. Ведь Цезарь может воспользоваться бунтом как предлогом двинуть сюда легионы. Это и тебе не светит. Не понял? Что ж тут не понять? Приход Цезаря нарушит твои планы, ты правая рука Краса, а область останется за тобой. Чем плохо желать власти? И кто ее не желает по нынешним временам? Служа Красу, я служу республике. Если мне когда-нибудь доведется надеть тогу трибуны, я не растеряюсь. Имей это в виду. А ты, ведь Цезарь, при всей его славе, не вечен. Ты бы подумал о своей судьбе. Это верно. Стоит тебе только захотеть, и моя сестра замолвит за тебя словечко. Она тебя жалует. Ведь Крас тоже смертен. Когда-нибудь мы с тобой разделим обязанности. Я буду править, ты командовать войском. И продолжится старая сказка про железо и золото. Но ты мне подал неплохую мысль. Я подумаю. Непременно подумаю. Ну-ну. Не иначе это здесь. Построим вторую колонну. Возьмешь на себя командование? Нет, я останусь с тобой. Здешних мест я не знаю. К тому же мы с лейкийцами не слишком ладим. Верно, Зарок? Ладно, поедем со мной. Твой опыт пригодится мне при захвате этого мятежника. Бери в себе половину людей Зарока и объезжайте все плоскогорье. Встретимся в оазисе Абаль. Вперед, галопом! Вот здесь и будем поджидать проклятого раба. Ты уверен? Да, у меня есть точные донесения. Смотри, Веций. Это он. Несчастный. Надо захватить его живым или мертвым. Я зайду ему в тыл. Хорошо. Вперед. Галопом. Молодец, Берас. Thank you.
Вперед! Вон он, внизу. Теперь не сбежит. Вперед! Галоп! Вперед! Они в ловушке. Проклятие! Мы попали в капкан. Давай. Спешиться. Укроемся за скалами. Быстрее. Скорее. Спешиться. В укрытие. Рассыпаться. Победили. Мы их победили. Теперь исчезните. Нельзя попадаться им на глаза. За скалы. Держитесь поодиночке. Прячьтесь за скалами. Скорее, хозяин. Веций уже заждался. Возвращайся скорее, сын Спартака. Мы ждем тебя. Скорее, скорее, уходим. Веций, силы небесные, что стряслось? Проклятый раб опять перехитрил нас. На нас обрушился град камней. Люди и кони смешались, настоящее побоище. Неведомый гладиатор вездесущий, как демон. Его невозможно ухватить. Для меня невозможного нет, чтобы я трепетал перед жалкой кучкой рабов, и не такие силы приходилось усмирять. Восстание в лаврийских рудниках, мятеж в Испании, войско Спартака ощутилось на кресте вместе с его предводителем, и всех я стер с лица земли. Так и крас. Я спрашиваю, уверен ли ты, что человек, которого ты победил 20 лет назад, не взялся вновь за меч? Ты понял, что я о Спартаке? Ты бредишь. Спартак умер на кресте, а мертвые не воскресают. Однако мертвым его никто не видел. Да, его скрывали вороны. Я сам видел на телах наших павших воинов вот такой знак. Говорят, это метка Спартака. Глупости. Бредни. Но мы и этот мятеж подавим. Даже если всю область придется усеять крестами, мир вновь воцарится в Азии. Слово краса. А ты мне поможешь, Брандус. Я не вижу славы в том, чтобы сражаться с рабами. Однако не мне судить. Я послужу тебе во славу Рима. Во славу Рима вершатся многие дела. Цезарь во славу Рима уничтожил триумвират и думает уничтожить республику. Если будешь верно мне служить, я тебя не обижу, Рандус. Я богат, как пес. Я самый богатый человек в Риме. Я могу быть самым щедрым к тем, кто мне верно служит, и самым беспощадным к тем, кто выступает против меня. Введите пленника.
Мурены проголодались. Но ничего, сейчас мы их накормим. Там селение босса, у него в доме мы нашли наконечники копий оружия из Рима. Как видно, он связан с мятежниками. Судьба твоя решена. Ты можешь спасти свою жизнь, только если скажешь, кто твои приспешники и твой главарь. Говори. Кто твой вожак? Где он прячется? Отвечай. Говори, падаль. Говори. Сын Спартака повсюду. Его знак приведет нас к победе, а тебя к смерти. Убийца! Бросить его Муреном, Муреном! Он осмелился мне угрожать. Убийца! Убийца! Зарок. Отбери своих лучших воинов и скачите в обоз. Сравнять его с землей, истребить всех жителей подчистую, чтоб ни один не остался в живых. Быть может, так и надо. Но мне это поперек горла. Хотя ему сейчас не сладко. Мятежники роют ему могилу. Не хотел бы я быть на его месте, даже со всем его золотом. Рандус, ты веришь, что Цезарь вмешается в это дело? Представь себе, Цезарь наступает на пятки Краса. Вон, Абос. Мы захватим их спящими. В живых никого не оставлять. Вперед. Сигнал Бакси. Они на подходе. Предупреди остальных. Сейчас. Это Гулар. Подал сигнал. Выждите, пусть въедут в селение, тогда нападайте. Терапий, ты хорошо замесил тесто? Отменно. Я 10 лет гнул спину на серных рудниках. Египтяне придумали отличный состав. Сера и канифоль. Ликийцы славно попируют, будь уверен. На развалинах наших домов. Выстроите новые, еще лучше. Вот они, едут. На приступ. Бейте и жгите во имя Краса. Бейте. Поджигайте крыши. Вот отсюда. Живее. Надо захватить их врасплох. В домах пусто. Все сбежали. Проклятье! Кто-то их предупредил. Стало быть, во дворце изменник. Крушите дома. Камни на камни, чтоб не оставили. Жгите беспощадно. Вперед! Как только разрушим селение, настигнем их в горах. За мной! За мной! Вперед! Скорее!
Левее. Пора уходить. Прочь отсюда. Один на один. Запомни, пасть от меча Спартака – великая честь. Что дальше? Бросайте дома, прощайтесь с прошлым. Бегите в оазисы, укрывайтесь в пещерах среди скал Лубара, в заброшенных рудниках, ищите пристанище в городе Солнца. Это говорит вам Спартак устами его сына. Готовьтесь к решающей битве. Гвардия! Стража! Гвардия! Стража! Гвардия! Стража! Смотрите, он пробрался ко мне, в мои покои, в самом сердце моего дворца. Здесь угнездилась измена, и главарь среди нас. Это может быть кто угодно. Ты, Веций, или ты. Или Рандус. Да, Рандус. Где он? Отчего его нет среди нас? У его дверей стоит стража. Быть может, он спит. Да нет, как же он не услышал? Все началось, когда этот Цезарь, посланник, явился в землю, мятежи, убийства, засады. И этого проклятого знака не было до его приезда. И если он спит, так давайте его разбудим. Ломайте дверь. Силы небесные. Что за шум? В чем дело? Мятежники в городе? Нет, они среди нас. Теперь будем жить по законам войны. Вот оно что. Неужели дело так плохо? Надеюсь, ты послужишь нам своим мечом. Ты римский консул. Приказывай, и все будет исполнено. Ступайте всем. Оставьте нас. Я буду говорить на чистоту, Рандус. Цезарь больше не желает притворяться моим другом. Он расчистил себе путь от всех противников и все еще не натешил свое властолюбие.
Но с Красом так не шутят. Десять лет назад я судил Цезарю 25 миллионов сестерцев и позволил ему пожинать лавры в Испании. Кредиторы осаждали его, как ощипанного зайца. Но теперь мое золото пойдет на то, чтобы обрушить ему на голову полчища Фарнака. Ты как думаешь? Политика — блюдо не для меня. Стало быть, не умрешь от несварения. Но будь уверен, завтра Крас покажет всем, как он умеет сметать своих врагов. А ты решай. Со мной или против меня? Ты слишком умен, чтобы играть в детские игры. Если руку, посягнувшую на стены моего дворца, направляет Цезарь, то скоро мы об этом узнаем. Крас посулил незабываемое зрелище. Он хочет удивить своего высокого гостя, Манаса, брата царя Фарнака, и ему это удастся. Увидишь, смотри, идут. Благородный Манас, твое посещение — великая честь для нас. Надеюсь, ты останешься доволен нашим гостеприимством. Привет тебе, Рандус. Успех этого празднества обеспечен, коль скоро ты в нем участвуешь. А то в последнее время ты часто лишаешь нас своего общества. Я гоняюсь за мятежниками, или забыла? Мое дело воевать. Но и ты не забывай, мне бы тоже хотелось быть под защитой твоего меча. Никто не посмеет тебя тронуть. Богинь принято не поражать, а обожать. Рандус, выслушай меня. Крас задумал новое побоище. Ты ведь не похож на других, совсем не похож. Ты можешь спасти невинных. Я слышала, что ему готовы на страшную смерть. Спаси их. Заклинаю тебя. Не я решаю, кого карать и кого миловать. Они мятежники. Их вожак, по слухам, сын Спартака. Спасать их — его дело, а я обязан помешать ему в этом. Сейчас ты увидишь, как я караю своих врагов без кровопролития и как чту своих гостей. Благодарю. Ставлю 20 динариев. Ты не знаешь, для чего вон тот занавес посередине? Очередное изобретение Краса. Если не ошибаюсь, он приготовил нам немало развлечений. Сомневаюсь, что меня может развлечь изобретение Краса. Посмотрим. Смотри, мой благородный князь, все, что ты увидишь, исключительно плод моего воображения. Ежели это не уступает золоту, обещанному тобой за наш союз, то я не стану спорить. Мой брат стоит лагерем на краю пустыни, и войско его столь многочисленно, что расправится с любым врагом, равно как и с другом, не сдержавшим слова. За Красом это не водится. Тем лучше, а то в пустыне ходят слухи, что Цезарь движется маршем на Зеллу. К тому же, говорят, тебе угрожают мятежники во главе с наследником того фракийца, сыном Спартака. Это бесплодные мечты, черни. Погоди. Открывайте.
Они умрут медленно. Жизнь покинет их тела, как только урна заполнится парами. Правосудие свершится. Закройте двери. Вон там, наверху. Децин, стража, ко мне. Взять его. Бегите! Уходите! Скорее! Стража! Смерть вам даром не пойдет. В отместку за меня брат утопит вас всех в крови. Вецей, собирай стражу. Закрыть ворота. Пришел час возмездия, Крас. Сын Спартака будет судить убийцу своего отца. Рычаг! Скорее! Никто не смеет поднять руку на Краса. Тебе пришел конец, гнусный раб. Молодец, Луман. Вяцей, вытащи его оттуда и убей. Пусть его голова подкатится к моим ногам. Поднять решетку. Прикончить его. Голову мне, я сказал. Поднять его. Поглядим, каков он из себя. Рандус? Стойте. Нам надо о многом поговорить перед его смертью. Заковать в цепи и бросить в подземелье. Уж не думаешь ли ты его помиловать? Нет. Я хочу, чтобы он проклял день, когда появился на свет, а после умолял бы меня о смерти. Убрать его. Весть о захвате изменника разнеслась по всему городу. В народе брожение. Вооруженные отряды захватили несколько селений на холмах. Гарнизона уже недостаточно. Воины стали бояться. Ты должен явить всем доказательства своей власти. Убей этого пса. Его смерть даст мятежникам понять, что Крас еще очень силен. Убей его, Крас. Чего ты ждешь? Убей без промедления, иначе рабы доберутся и до твоего дворца. Убей его!
Ты осел, Веций. И всегда был ослом. Иначе я бы не сделал тебя моей правой рукой. Моим наемником. Ты бы уже давно попытался меня уничтожить, не будь ты ослом. Яду бы в вино подсыпал. Рабы-мятежники, да разве в них угроза? Рано или поздно Рим подавит любой бунт, как я подавил восстание Спартака 20 лет назад. Ты распял Спартака на кресте. Что мешает тебе так же поступить с его сыном? Быть может, старость? Не произноси при мне этого слова, Клодия, и благодари богов за то, что спишь в моей постели, а не в каком-нибудь сарае римской субурры. Час пробил. Цезарь уже двинул на нас войско. У него всего два легиона, но ему довольно. Цезарь знает, что теперь только Крас стоит у него на пути, и ему не терпится убрать это препятствие. Он методично убирает противников, и в этом никогда не ошибается. Вот здесь стоит Фарнак, жадный до золота и до славы. Его силы в 10 раз превышают войско Цезаря, и в 100 раз наше. Скопище варваров, во главе с безумцем, который в тупости своей вообразил, что сможет одолеть римских орлов. Дикарь. Цезарь мог бы разбить его мгновенно, только этого не будет. Потому что я поведу войско, ослепленное блеском моего золота. Фарнак прославится уже тем, что одолел Цезаря, а Крас, наконец-то, получит власть над Римом. Но чтобы заручиться помощью Фарнака, одного золота мало. Фарнак потребует голову убийцы его брата. Кровь. Можно смыть только кровью. Он это знает. Так что пусть с изменником расправятся эти мясники. Я должен как можно скорее увидеться с Фарнаком, передать ему золото и жертву и объяснить, как одолеть римские легионы. Затем мы вернемся в Зеллу, в Александрию и в Рим. Собирай свиту и золото, а пленника посади в клетку. Тронемся без лишнего шума, как только зайдет солнце. А 3 дня спустя вернемся с войском, одолевшим Цезаря. Постой. Это Декурион. Лумон. Я думаю, не зажился он на этом свете. Андус, ты меня слышишь? У меня мало времени. Крас может нагрянуть в любую минуту. Я глазам не поверил, когда увидел, что это ты. Не поверил. Прости меня, Андус. Что мне остается? Что? Цезарь в 50 лигах отсюда. Я должен вовремя предупредить его о том, что ему угрожает войско Фарнака. Скажи Цезарю, что я по-прежнему верно служу ему, но вместе служу тем, кто томился в рабстве. Пока есть рабы, будут и мятежники, готовы отдать жизнь за свободу. Если Рим стоит на распятие, тогда я против Рима. Передай это Цезарю. Цезарь справедлив и милосерден. Ступай, Лумен, ступай. Аддио, Рандо. Прощай, Рандос. Да помогут тебе боги. Где римлянин? Стой, стой. Прощай, Рандос. Куда, Луман?
Цезарю. Колесница готова, Крас. Пошевеливайтесь. Собери свиту вдвое больше, чтобы охранять мое золото и мой сон. Я устал. Мне надо отдохнуть. Завтра на встрече с Фарнаком я должен быть полон сил. Будет исполнено, Крас. Ты еще жив, но это ненадолго. Наконец-то ты сбросил маску друга, и вот где очутился, в клетке, как зверь. Если бы ты захотел, были бы у тебя и богатство, и власть. Но ты выбрал крест, Фрамбос. Он заменит тебе тогу трибуна. Andiamo, c'è. Уйди, Саида, уйди. Я не хочу, чтобы тебя схватили. Спасайся, Рандус. Беги. Я принесла тебе твой меч. Режь здесь. Хорошо, давай меч. Вперед, друзья, смелее. Цельтесь. Час настал. Вперед! Окружайте шатер. Сюда. Твой час пробил. Не сбахся. Мне или тебе, хозяин? Yeah.
Теперь черед Краса. Что вы задумали? Что вы задумали? Видишь, Крас, египтяне многому меня научили. Золото можно перемешать с маслом, но желудок его не переварит. Рандос, пощади, не убивай. Спаси меня от них. Я консул Рима. Уже нет. Ты сам себя приговорил. Рабы и все угнетенные восстали против тебя. И я, римский воин, с ними вместе. Ты враг Рима. И ты не купишь себе войско, чтобы одолеть Цезаря. В обмен на мою жизнь я дам вам свободу и золото. У вас будет столько золота, что не счесть. Вот, смотрите, сколько. Сколько золота? Золота? Никакого золота не хватит, чтобы исцелить их раны, облегчить их муки. Убейте их. Нет, нет, Рандус, не убивай меня. Я не хочу умирать. Саида, спаси меня, умоляю, спаси меня. От меня ты видела только добро. Спаси меня, Саида. Рандус. Она женщина. Сохрани ей жизнь. Ты свободна. Но помни, что своей жизни ты обязана рабыне. Проводите ее до холмов, пусть уходит. Нет. Нет. Клодия, нет. Не покидай меня. Я не хочу умирать. Нет. Проводите меня. Хватайте его. Смерть подлому псу. Ты хвастался, что ты богаче всех в Риме. Сейчас будешь еще богаче. Ты нажил свое золото, проливай кровь. Вот и напейся им. Возьми. Здесь вода и финики. Дай нож. Он мне нужнее. Что нас ждет, Рандус? Не знаю. Быть может, новая жизнь, а быть может, смерть. Я не только мстил за отца, я мечтал добиться справедливости, хотя бы в малой мере. Разве ты ее не добился? Не знаю. Я гражданин Рима, но теперь все переменилось. Эти люди избрали меня своим вождем. Я не могу их оставить. Мы одолели Краса, но борьба за свободу будет долгой. Я ничего не боюсь. Где ты? Там и я. Я последую за тобой, Рандус. Всюду. Моя свобода. Моя жизнь. Это ты, любимый. Рандус! Римская конница наступает на нас из-за холма.
Дадим им отпор, Франдес. Они изрубят нас на куски, но хотя бы умрем, как люди. Сдавайся на суд Цезаря. Он решит твою судьбу. Гулар. Я иду к Цезарю. Оставайтесь здесь. Я приказал тебе следить за Крассом, но не так решительно. Я исполнил свой долг. Заговор раскрыт. Убийца моего отца мертв. Теперь очередь за мной. Никто, будь то раб или свободный человек, не знает часа своей смерти. Но если ты и впрямь тот, кем себя назвал и кем тебя называет народ, если ты сын Спартака, то ты должен понять, отчего Рим не может сохранить тебе жизнь. Я не прошу милости, и милости тебе не будет. Нашу жизнь не твою и мою определяет не свобода, а воля Рока. Я верил управление этой землей Верулию. Он мудр и справедлив. Если ничто ему не помешает, многие оковы падут. Но природа не допускает скачков. Ты должен умереть. Ты не просто человек, Рандос. Ты пример. Риму нужен пример. Ты умрешь на кресте, как твой отец. И тогда все поймут, что нельзя бунтовать против Рима. Ты был славным воином и верным другом. Цезарь приветствует тебя. Что станется с остальными? Они будут жить. Рандос. Здесь весь народ Зеллы, Цезарь. Слух о казни мятежника пронесся по всему краю. Одного креста мало, Цезарь. Если убьешь сына Спартака, убей нас всех. Не отнимай у нас человека, который дал нам свободу. Или предай распятию всех нас. Теперь, как и 20 лет назад, каждый тебе скажет: я Спартак. Цезарь, послушай глас народа. Рим — это мир, а ты — это Рим.
Где взять дерево на столько крестов? Ведь мы в пустыне. Не правда ли, Верулей? Да, повелитель. Не могу я быть правителем в краю мертвых. Он свободен. Прощай, Рандос. Удачи тебе. Прощай, друг. Теперь победа за нами. Навсегда. Пойдем, Рандос. Вот меч твоего отца. Прощай, Верулий. Мир во много раз нужнее Риму, чем меч. Запомни. Прощай, Цезарь. Поехали. Трогай. Вперед. Вперед. Вперед! Sarà sempre una mano pronta a impugnarla in difesa della libertà e della dignità umana. E sempre, ogni uomo ribelle all'oppressione potrà dire a se stesso: sono figlio di Spartaco.